Мне 22, я первый год в ординатуре по хирургии. Света Кошкина, медсестра, анестезистка. О ней дальше будет много, поэтому я сначала познакомлюсь с остальными персонажами этой истории. Мария Васильевна Окунева, медсестра приемного отделения. Оля Калашникова, медсестра в операционной. Владимир Васильевич Игнатов, врач-анестезиолог, реаниматолог. Хирурги. Алексей Николаевич Орлов, профессор. Олег Владимирович Соколов, доцент. Николай Евгеньевич Голубев, ассистент. Сергей Геннадьевич Воробьев, ординатор, это я. Студенты Владимир Митрофанов, Валентина Самойлова. Два мента в форме майоров. Психиатр Олег Павлович, ПОП. Пациенты. Инородное тело прямой кишки. Подкапсульный разрыв правой доли печени. Звезда. Прикрытая перфорация. И его сестра. Итак, сутки под Рождество 2017 года, отделение экстренной хирургии городской больницы номер 1, являющаяся учебно-производственной базой медицинского университета города Н, осуществляла самое обычное дежурство по скорой помощи. Это значит, что все неотложные состояния, которые могли потребовать немедленного хирургического вмешательства, привозились к нам. 7:55. Сцена первая, приемное отделение. Здравствуйте, Марья Васильевна. Здоровья видали. Идите, там смотровой привезли. Так еще без 5:08. Областная не принимает уже. Вот молодцы какие. Молодцы, в жопе огурцы. Отпустите уже скорую, а? Только для вас, драгоценная Марья Васильевна. Сцена вторая, смотровая. Что привезли? Инородное тело прямой кишки. Огурец. Почему огурец? Он просто предположил. Нет, не огурец, морковка. У меня геморрой, доктор. В интернете приписано морковкой натирать. Можно диссертацию писать. Лечение геморроя овощами по материалам сети интернет. А, что случилось? Я морковку выбрал небольшую, не маленькую, среднюю, 18 сантиметров. Помыл, почистил овощи чисткой, отрезал хвостик, начал муссировать анус. Поначалу ничего, а потом увлекся, она раз и ушла. Не надо было хвостик отрезать, да, доктор? Снимайте штаны, вставайте на локти, колени, показывайте. Воробьев осматривает анус, надевает перчатку, проводит фарцевое исследование эректум. Оставляется. Подписывается проводительный лист. Спасибо. Сцена третья, приемное отделение. Марья Васильевна, у нас штопор есть? Забухать вместо дежурства решили? Не за наркоманию. Кто сегодня из анестезиологов дежурит? Владимир Васильевич, а из сестер Светка. Ой, аж с лица спали. Что только вы в ней все понаходили. Длинная, худая, угловатая, волосы медные, в веснушках вся, глаза монгольские, раскосые, гигантские, болотные. В оттопыренных ушах по 5 сережек в каждом, рот огромный, как у лягушки, жопа с кулачок, титьки такие, что можно в теннис играть вместо мячиков. Никому не дает, даже Орлова отшивает, даром что профессор. Он сегодня старше вас. Кто еще в бригаде? Столов угол. Я сам скажу, анестезиолог. Не хирургическая бригада, а птичий двор какой-то. Орлов, Соколов, Голубев, Воробьев. А Свет Кошкина. Обломитесь, пернатые. Найдите мне штопор, Марья Васильевна. Сцена четвертая, отделение анестезиологии. Света, здравствуйте. А Владимир Васильевич далеко? Сейчас подойдет. У нас пациент с инородным телом прямой кишки, нужен наркоз. Кто извлекать будет? Вы? Думаю, что старший товарищ доверит мне это непростое дело. Лишний раз жопе-то поковыряться, а? Простите, неудачная шутка. Готовьте пациента, я вколюсь, пока Владимир Васильевич идет. Спасибо. Что-то еще? Да. То есть нет, нет, ничего. Уходит. Сцена пятая, ординаторская. Я, когда такой молодой, как ты, Серега, был, осваивал ректоромоноскопию. У меня пациент один. Раз по 5 в день приходил, пойдемте, доктор говорит, аппарат вставим, вам тренироваться надо, а я готов служить тренажером. А еще был один дедок из деревни, так тот вставил себе хвост свиньи. Дурака, говорит, валяли, свинью зарезали, самогонки выпили, вот он и вставил. А там щетина, ого какая, вставить-то легко, а вот вытащить против шерсти никак. Вот это я понимаю, а ты говоришь, морковка. Что думаете делать, Сергей Геннадьевич? Думаю, дать наркоз и штопором извлечь. Николай Евгеньевич, помогите молодому коллеге. Анестезиологи в курсе? Кто у них сегодня дежурит? Все в курсе. Пациент в малооперационной, Света уже вкололась в вену. Владимир Васильевич сейчас подойдет. Вообще, это случай интересный, непростой, можно даже сказать, сложный. Давайте-ка я, как доцент, помогу молодому ординатору. Я справлюсь, Олег Владимирович. Алексей Николаевич, ведь мне поручили. Николаевич, я думаю, тут нужен кто-то поопытнее, ну мало ли что. Но... Вы правы, Олег Владимирович. Прямая кишка – дело тонкое, не дай бог. Вдруг разрыв.
Давайте-ка лучше я помогу. Даже нет, я сам извлеку, а вы, Софья Геннадьевич, идите в учебный класс. Там двое студентов пришли на дежурство, двойки отрабатывать. Берите их и гоняйте его, их по полной. Сцена шестая, учебный класс. Какие неотложные хирургические диагнозы вы знаете? Ножевые ранения. Правильно, колотые, резанные, огнестрельные, рваные, укушенные раны, которые могут быть проникающими в полость тела или не проникающими, термические, химические ожоги, еще. Аппендицит. Верно, острый аппендицит, который называют обезьяной всех болезней. Кстати, почему? Потому что его симптомы могут быть похожи на многие другие неотложные хирургические состояния. Какие, например? Острый холецистит, острый панкреатит, почечная колика, острая кишечная непроходимость. Еще? А что это у вас самой было отмалчивается? Сергей Геннадьевич, я себя плохо чувствую. У меня живот болит, и под левой грудью ноет, где сердце. Можете посмотреть? Только пусть Митрофанов выйдет. Ну, нам в любом случае пора идти в приемное отделение. Там я вас посмотрю, пойдемте. Привезли кого, Марья Васильевна? Не каркайте, вы же не Воронов, а Воробьев. Вот и чирикайте себе со студентами. Это Марья Васильевна студент, Митрофанов Владимир. Как вас по отчеству? Владимир? На что мне его сдался с таким именем и отчеством? На царство его венчать? Научите его, объясните, чем едят документацию приемного отделения. Приголубьте. Мне ли вас учить? Голубок он, что ли, голубьте его? Тоже пернатый. А мы сейчас со студенткой Самойловой в смотровой пообщаемся, потом она тоже к вам, а я в ординаторскую. Воробьев и Самойлова уходят. Двоечник? Я просто психиатром хочу быть. И хирургием, ну, просто с трудом дают. Это правильно. Лучше в душе людям смотреть, чем в жопу. Сына восьмая, смотровая. Ну, рассказывайте, что вас беспокоит. Самойлова быстро снимает верхнюю часть хирургического костюма и ложится на кушетку. Вот здесь, под левой грудью, в пятом межреберье, как раз в проекции верхушки сердца, что-то тянет и отдает вниз, в живот, вот сюда. Валентина, как у вас получится? Можно просто Валя. Нет, ну а все-таки? Да зовите Валя и все. Ну, если что, Александровна. Валентина Александровна, боль связана с изменением положения тела, с дыханием, с физической нагрузкой? Да. Когда нагрузка, когда часто дышу и кричу, то бывает больно. Когда положение тела часто меняет душу. Здесь больно? Когда вы трогаете, то даже приятно. Встаньте, повернитесь спиной. Лифчик не мешает снять? Нагнитесь справа, теперь влево. Ага, тут все понятно, это межреберная невралгия. Одевайтесь. Уже? Нестероидные противовоспалительные в среднетерапевтической дозировке. А нагрузки можно? Ну, когда дышу, кричу, положение тела меняю. Только под пристальным врачебным контролем. Сцена девятая, малооперационная. Пациент один лежит в проктологическом кресле под капельницей. Света заполняет медицинскую документацию. Девушка, как вас зовут? Вы не поймите меня превратно, я к вам не клеюсь, в моем положении это было глупо. Да и женщины, честно говоря, не по моей части. Но у вас такая необычная внешность. Вы каких кровей будете? Извините, а чем мы ждем? Нет, я не ропщу, просто интересуюсь. Где тот мужчина, который придет за моей морковкой? А то меня так разбарабанило, что я сейчас лопну. На аллергии не страдаете? Только на равнодушие. Венерические заболевания, ВИЧ. Вы спрашиваете, потому что я гомосексуал? Это стандартный вопрос для всех. Тогда ВИЧ. Это правда, я не шучу. Сцена десятая, ординаторская. Николаевич, а что это вы не идете урожай морковки собирать? Игнатов в очередной раз дочь из ментовки забирает, вот и опаздывает. Опять подралась, бедовая девка. Алексей Николаевич, можно студентов пришлю посмотреть, как вы инородное тело извлекать будете. Они сейчас документацию приемного отделения изучают и очень просили показать им какую-нибудь хирургическую манипуляцию. Пусть приходит посмотреть, как я привритую здесь, как палаты, дренаж менять. Я, Серега, когда такой молодой, как ты, был, как-то раз одному наркоману по 2 литра гноя из каждого бедра выкачал. Он поскорее поступил. Бедра, что твои бедра? Пунктирую, гной. Надо вскрывать. Его из приемного отделения подняли, в палату положили, анализ взяли. Лежи, говорю ему, через полчаса операция. А сам пошел других больных смотреть. Тут, как на грех, время обеда. Ну, наркоман мой, 6 столовых и пожал от пуза. Через полчаса анестезиолог мне и говорит, ну, насытый желудок наркоз не дам, а то он в собственной блевоте захлебнется. Операцию минимум на 6 часов откладывать надо. Я думаю, ах ты сука. И под новокаином ему лампасные разрезы захерачил. Ничего, выжил. Через полгода коньяк не принес, так я его не узнал. 25 кило набрал, морда как у Борова, вот такая. Звонит местный телефон. Алло, иду. Перевязочную зовут, дренаж, плеврит менять.
Так ведь у него от нокаина могло давление упасть, он сознание потерял, а тут регургитация и аспирация. Молодец, Серега. Сейчас я, само собой, такого бы не сделал, а в твои годы об этом даже не подумал. Во времена моей молодости мы лапароскопию под местной анестезией делали. А как-то раз пациент, тоже из наркоманов, говорит мне: «Доктор, не обламывайте, дайте в себя одним глазком заглянуть». Лапароскоп, что ли, выдают? Звонит местный телефон, Воробьё берёт. Понял. Сейчас передам. А вы позвоните, пожалуйста, в приемное отделение, скажите Марье Васильевне, чтобы студент по вам отправил. Алексей Николаевич, из малооперационной звонили. Игнатов на месте, вас ждут. Сцена 11, малооперационная. Пациент 1 лежит в патологическом кресле, он под наркозом, Света измеряет ему давление. Игнатов заполняет лист назначения. Оля Калашникова раскладывает на столике инструменты, Орлов облачается в фартук и халат, надевает перчатки, студенты стоят поодаль и глазеют. Вот, смотрите, будущие доктора, как надо делать новокаиновую блокаду анального жома. Сперва обрабатываем поле по гроссику филончику йод. Оля подает свернутую, зажатую, смоченную йодом марлевую салфетку, Орлов обрабатывает промежность. Еще йод. Манипуляция повторяется. Спирт. То же самое со спиртом. Еще спирт. Опять. Если бы пациент не был под наркозом, он бы сейчас кричал, как резанный, да, Светочка? Ему бы все здесь жгло. Давление 120 на 80. Света у нас в больнице самая добрая медицинская сестра. Ну а про то, что самое красивое, я вообще умолчу. Наркоз кетаминовый. Я имею релаксанты не стал вводить, чтобы не интубировать. Если надо будет, скажите. Мы и так справимся. Скажите, будущие доктора, в какие точки производится инъекция новокаина? Ну, 12 на 36 и 9 часов по циферблату. Ну, при положении больного на спине. Правильно. Крестообразно. Указывает пальцы точки инъекции. Хирургом хотите быть? Психиатром. Я в душе пациентом хочу смотреть. Новокаин. Оля дает ему шприц с новокаином, Орлов выполняет блокаду анального жома. Душа человеческая потемки, а женская душа и вовсе ночь безлунная. Да, Светочка? Давление снизилось с 90 на 50. Это из-за новокаина. Помните давление, поднимите давление, мне еще три точки ввести надо. Еще новокаин. Продолжает выполнение блокады. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Помните, как у Пушкина? Любви все возрасты покорны ее, порывы благотворны. Еще новокаин, или как у Утесова, любовь нечаянно нагрянет. Когда ее совсем не ждешь. Да, Светочка, ты вот, к примеру, любишь кого-нибудь? Еще новокаин. Я, профессор, люблю свою работу и песни группы ДРУС. Давление в норме. Теперь выполним операцию Рекамье Субботина. Что это такое? Ну, дивульсия анус. Точно хирургом будете. А что, коллега? Что, коллега ваш молчит? Как выполняется дивульсия ануса? Не слышу. Осторожно, не торопясь, нежно. Можно и так сказать. Сначала один палец, потом два, три, четыре и растягиваем по диагонали так, потом так. Видите? Вот морковка. Можете подойти посмотреть. Студенты подходят ближе. Оля, давай штопор. Будем извлекать. Аккуратно пинчиваем штопор и тянем на себя. В этот момент морковка под давлением выскакивает из ануса, и обильный поток колов масла. Плескивает на профессора Ларлова и студентов. Звонит местный телефон. Слушаю. Понял, иду. Давление 100 на 60. Это из-за декомпрессии. Выводи из наркоза, я перевязочен, там какая-то хрень. Уходит. Сцена 12-я, ординаторская. Я его 100 раз предупреждал, перед повязками, перевязками не есть. Только новокаин ввел, только дренаж удалил. У него сразу коллапс. Он на пол упал, желудочное содержимое потекло. Я его лицом вниз, салфеткой и ротной массой изо рта удаляю, а он уже аспирировал. Остановка дыхания, остановка сердца. Игнатова позвал, пока тот пришел. Я дышал в рот, это прямой массаж, непрямой массаж делал. Игнатов заинтубировал, сейчас в реанимации на ИВЛ. В истории обязательно напишите, что несмотря... Не пойму, с чего коллапс. Новокаин ему уже 20 раз ставил. После еды кровоснабжение головного мозга, как известно, уменьшается из-за увеличения кровоснабжения желудочно-кишечного тракта. Отсюда и коллапс. У каждого хирурга, Николай Евгеньевич, есть свое кладбище. Вы свое, скорее всего, открыли сегодня. Он же не умер. Ожог альвеол, синдром Мендельсона. Выживаемость стремится к нулю. Что я сделал неправильно? Формально вы должны были перед перевязкой задать ему вопрос, не принимал ли он пищу. Ну я же... В истории болезни, кстати, напишите, что вопрос этот задавали, и пациент вас ввел в заблуждение. Пишите, не сомневайтесь, ему же не поможешь, а вам гидрогению не припишут. Сцена 13, учебный класс. Сергей Геннадьевич.
а ВИЧ через кал передается? Владимир Владимирович, ответьте коллеге. По-моему, нет. А я читала, что при анальном половом акте передается. Это что, не через кал? Как считаете, Владимир Владимирович? Мне кал в глаз попал. Я теперь что, ВИЧ-инфицированная? ВИЧ, не ВИЧ. А бактериальный конъюнктивит обязательно разовьется, если альбуцит или мироместин не закапает. При анальном половом акте вирус иммунодефицит передается при повреждении кожных покровов, то есть через кровь. Я не хочу умирать. Прекратите истерику. Митрофан, идите в приемное отделение, возьмите у Марии Васильевны глазные капли, а я пока проведу с Валентиной Александровной политбеседу о процентной вероятности заражения ВИЧ при однократном контакте с такого рода. Кого она, кстати? У пациента геморрой, значит, бывает кровотечение, значит, в кале могла присутствовать кровь, а значит, риск есть. Быть вам хирургом. Но только если я сойду с ума. Я умру, пробьер целует самого губы. Я недавно язык до крови прикусил. Теперь, если что, умрем вместе. Дежурство шло своим чередом. Привезли два панкреатита алкогольного генеза и острый калькулезный холецистит. Студенты под моим контролем собирали анамнез, пальпировали, аускультировали и перкутировали пациентов, назначали анализы и инструментальные исследования, заполняли истории болезни и писали листы назначений. Валя Самойлова после политбеседы все больше молчала и поглядывала на меня своими огромными, кристально честными глазищами. Без признаков глубоких познаний в области хирургии, но серьезным уровнем осведомленности в других, не менее интересных сферах человеческого опыта. А, будет на ее месте Света. Но Света — это святое. Ее я бы никогда не решился вот так поцеловать. Ей бы я сразу предложение сделал, если бы только осмелился. Вы уже, наверное, догадались, что в ее присутствии я оцепенею и всегда говорю глупости. Самые тупые и несмешные глупости в мире. Ситуация осложняется тем, что она видела меня голым и беспомощным на операционном столе. Алексей Николаевич Орлов оперировал меня тогда по поводу острого аппендицита. 14.00, сцена 14, палата интенсивной терапии. Как вы себя чувствуете? Потрясающе. Лежите, не вставайте. Я был в раю. Если захотите в туалет, скажите, я дам сутки. Я видел Бога, он был весь в белом. Если будет тошнить, поворачивайтесь на бок. Он благословил мой анус. Если что-то еще будет беспокоить, зовите меня. Морковку уже достали? У меня нигде ничего не болит. Вы до завтра побудете здесь, и если все будет в порядке, утром пойдете домой. Я не хочу домой, я хочу опять видеть Бога. Еще какие-то просьбы есть? Дайте мою морковку, я сделаю из нее амулет. На нем пиджачишка и рваный халат, пропавшая трубка не луза, он трезвый не помнит себя никогда. Студент медицинского вуза. Идите поспите, Николай Евгеньевич. Вам еще дежурить сегодня, а потом всю жизнь работать. Если будете так раскисать из-за каждого летального исхода, то сами долго не протянете. Сколько доцентов и профессоров и всякого прочего гнуса в семестре пытается перехитрить студент медицинского вуза. А мы пили. После экзаменов может всех баб советского трахнуть союза. Гордо в штанах носит свой баобаб студент медицинского вуза. Смешно. Пошел я спать. Алексей Николаевич, у меня студенты переживают насчет ВИЧ пациента с морковкой. Я порекомендовал им через полгода обязательно анализ сдать. Идите в жопу, Сергей Геннадьевич. Вы... Кстати, почему тут чили гоняете, а не в приемном отделении сидите вместе со студентами? Да не кипятитесь вы так, Николаевич, Серега дело говорит. И вы тоже идите в жопу, Олег Владимирович. Я буду тебя в кабинете беспокоить только в случае крайней необходимости. Я, Серега, когда молодой, как ты был, козла одного прооперировал, как сейчас помню. Перфоративка ДНК. Ушил по опере поликарповую, а когда сальник почевал, палец себе чуть насквозь не проколол. Ну, йодом прижег, а утром мне скрининговые анализы приносят, а там РВ, 4 креста, сифилис. Ой, бля. Надо было тривитинно-эритропеном колоться, а он болючий, ну просто жуть. Вот Николай с женой месяц не разговаривал, когда она его тривитинно пролечила. А вероятность заболеть 20%. Ну, думаю, хрен с вами. Если заболею, тогда дрявьте жопу, а нет, значит везунчик уродился. И не стал колоться. Полгода анализы сдавал. Очко сжималось, конечно, каждый раз. Но ничего, Бог миловал, сифилисом не заболел. Повезло. Зато заболел гепатитом С. По всем признакам от того же козла. Потом год и интерферон внутримышечно. И 3 года не пил. Вот так. А ты говоришь, бич в морковке. Сцена 16, приемное отделение. Что привезли, Марья Васильевна? Дурака привезли, идите смотрите. С психи, что ли? С улицы взяли.
укокошен в какашечку. А к нам зачем? Везут к наркологам. Вас в смотровой доктор ждет. Идите и студентов своих заберите. Мешайте тут, как мандавошки на выданье. Все на 17-е, смотровая. Тупая травма живота. Не исключено внутреннее кровотечение. Что случилось? Я курил. Подпишите лист, а то пациент словоохотливый, а мне ехать надо. До свидания, надеюсь, не скоро. Не думаю, полнолуние, да еще под Рождество, есть основания полагать, что сегодня ночью будет много крови и сумасшедших. Всего доброго. Что с вами произошло? Я курил, там у Тюза, я актер. Ну, перед репетицией зашел покурить, там такой заныр. Заныр? Да, заныр. Удобный, там никого нет. Стою, курю, ряд затянулся, второй, ладно, думаю, вдруг сзади рука на плечо, цоп. Ну, я спокойно так смотрю, два парня молодых стоят, плотных. Один из них фамильярно так говорит: угости, говорит, брат, чем богат. Ну, я говорю, хорошим людям мне отказать удобно. Сейчас, говорю, растянем пипеточку и полез в карман, чтобы достать все. Ладно, думаю, только, говорю, если вы копы, то вы никогда не вернетесь к своим уродливым копским женам и обосранным копским детям. Ну, потому что я сейчас прострелю ваши дубовые копские лобешники. Тут я руками так сделал, как будто два пистолета из двух кобур достал, крутнул на указательных пальцах, байки взвел и в головах их приставил. Тогда второй парень, ну не тот, который раньше говорил, а другой, в черной пидорке. Мы, говорит, из отдела по борьбе с незаконным оборотом, говорит. И тут оба они раз и корочки развернули. Ладно, думаю, но я как есть не растерялся и в полной искренности на коленные чашечники в снег встал. И внешне спокойно, но в бешеном внутреннем волнении и со слезой застывшей на кромке, но не пролившейся из глаз, я спокойно и проникновенно так работаю. Не губите, говорю, отцы родные, я, говорю, актер талантливый, денег нет, ни копеечки. А это, говорю, не мое, случайно на улице подобрал. Простите, говорю, меня деньги добрые, я на спектакле вам свою контрамарочку выпишу. Ну, усмехнулся тогда первый, тот, что вначале курить просил. И говорит, ладно, говорит, мы понимаем, человек ты творческий, по всему видно талантливый. В люди можешь выйти, даже знаменитым можешь стать на всю страну, как Иннокентий Смоктуновский. Он, кстати, родом из нашей области. А сейчас ты просто оступился, ошибся, с кем не бывает. Потому для начала мы у тебя все конфискуем и устное предупреждение вынесем. Но если второй раз будет, то так не отделаешься. Забрали у меня все. Вообще все. И деньги тоже, которые были. Пошли уходить. Ладно, думаю, встаю я с колен медленно. Поднимаюсь на полусогнутых, внутри у меня все колотится, все сжимается и пульсирует, понимаю, легко отделался. Отвезли меня, ребятушки, к своим сослуживцам гребаным, к мракобесам в чтении полковника, во все казематы бетонные. Вот карьера моя изгибла бы, растворилась бы в невесомости в Тюзе проклятом, по провинции. Посмотрел я во след ребятушкам, удалым ментовским козлятушкам. Вижу, тихо поземка стелится, солнце в небе пошло на убыль. Двое спины пропадают в мареве бесконечно холодного города и уносят мое сокровенное, мое ласковое и нежное. А за что мне такое выпало, не по силам терпеть несносное? Расцветает во мне матерь воин земных, чувство радостное и гордое, необъятное, незнакомое. Распирает и опирается, из гнезда вылетает соколом и летит на поля сражения. Поднимаюсь тогда я в полный рост. В исполинский рост, заподоблачный, поднимаюсь я в исполинский рост. Поднимаюсь я и вибрирую. Я вибрирую звонким голосом, честным голосом, проникающим в душу каждую, в душу русскую. Воротитесь-ка вы, козлятушки! Воротитесь, менты глобальные! И отдайте мое сокровенное, мое ласковое и нежное. Ладно, думаю, ну, короче, они вернулись. И тогда тот первый опять говорит, посмотри на себя, говорит, ты хуже трупного червя, ты не актер, ты говно. А потом еще добавил, ты трупный червь и говно. А второй такой в черной пидорке сразу говорит, чтобы научить тебя уважать власть и закон, я могу, говорит, двумя путями пойти. Первый путь – это задержать, передать по инстанции, избавить общество от отброса. Но этого пути, как говорится, есть недостаток, он слишком длинный. За это его называют путем закона. А второй путь – скоростной. Я один раз бью тебя кулаком в печень, выбирай, говорит. Ладно, думаю. И как дам ему пощечину, звонкую такую плюху. Даже пидорка с головы соскочила. Но он ударил меня, я не ушел. А я полежал немного, а и скорую вызвал. Студентам я дал команду заказать анализы и через УЗИ подавать в операционную. А сам метнулся в ординаторскую к старшим товарищам. Сцена 18, ординаторская. Что у артиста? А капсульный разрыв, правда, вдоль печени, гематом нарастает. Где Николай Евгеньевич? Спит.
разбудите, перерыв будет он. А вы, Олег Владимирович, ему поможете. Но не так, как вы обычно помогаете, отбирая инструмент. Отдадите ему оперировать самому. Вам понятно? Оперировать должен Николай. Ему это сейчас необходимо. Сделаем, Николаевич. Сергей Геннадьевич, можете со студентами посмотреть операцию из предоперационной. В операционную не суетесь. Потом мы со студентами сидели в предоперационной, прижав задницы, и наблюдали за тем, как Николай Евгеньевич Голубев в одиночку оперировал подкапсульный разрыв правой доли печени. Молчаливая Оля Калашникова одной рукой подавала инструменты, а другой держала крючок. Игнатов давал наркоз. Света следила за показаниями приборов, вводила лекарства в подключичный катетер и заполняла наркозную карту. Валя Самойлова заметила, какими глазами я смотрю на Свету и надулась. Николай Евгеньевич оперировал, ничего вокруг, кроме крови в брюшной полости, не замечал. Не заметил он и Олега Владимировича Соколова, который стоял рядом с нами в предоперационной, прижав лоб к прохладному стеклу окна операционной. Олег Владимирович боролся с разъедавшим его руки зудом, звавшим броситься стремглав в операционную, отобрать инструменты у вспотевшего Голубева, дать ему крючки и самому ушить этот чертов разрыв. Стоит понимать, что на столе в это время лежала человеческая жизнь. Кровопотерь нарастала. Ушить печень – дело непростое. Орган рыхлый, паренхематозный. Швы не дотянешь к крови. Перетянешь – режется печеночная ткань и опять крови. Я даже представить себе не мог, какого уровня выдержки обладает Олег Владимирович. Он так и не вмешался в операцию, а ведь случись, что спрос был бы с него, потому что хирургии старшие всегда прикрывают младших, пока те руками набьют. Все закончилось благополучно. Николай Евгеньевич остановил кровотечение, пациенты сняли со стола живым. Сцена 19, учебный класс. Воробьев пишет за столом, Самойлова входит в класс. Митрофанов в приемном отделении с Марьей Васильевной о тонкости выбора профессии разговаривают, а я к вам пришла. Мне с вами поговорить нужно. Я слушаю, Валя. Валентина Александровна. Я помню. Я имею в виду, что будет лучше, если во время нашего разговора вы станете называть меня не Валя, а по имени и отчеству. Я вас тоже. Так, Валентина Александрова, слушаю вас. Сергей Геннадьевич, я не знаю, что вы обо мне подумали. У меня действительно болит под левой грудью, отдает в живот. И действительно это происходит во время физической нагрузки, особенно во время секса. Вы, наверное, решили, что я таким макаром хочу вас соблазнить, но это не так. Вы для меня не можете быть объектом желаний. Вы врач. Вы мой преподаватель. Помните, как у Тургенева в месяце в деревне Беляев говорит Наталье Петровне? Я без преувеличения смотрю на вас, как на существо высшее. Вот и вы для меня так же. Я не соблазняла вас. Я всего лишь обратилась к вам за врачебной помощью. Валя, 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 Валентина Александровна, дело не в твоем вашем поведении. Просто ты... Вы... Красивая молодая девушка, а я немногим старше тебя, вас, мужчина, и это как искра, вспышка молнии, как поэзия Джима Моррис. Случилось то, что случилось. Если бы мы могли возвращаться в прошлое и исправить там свои ошибки, мир стал бы скучнее. Помните, как Наталья Петровна говорит с Ракитиным? Он ей, что с вами происходит, Наталья Петровна? На вас лица нет, а она ему ничего не происходит, вы понимаете? Самое страшное в этом самом ничего. Не происходит ничего. А жизнь не ходит, как песок сквозь пальцы. Поэтому нельзя упускать подарки судьбы. Спасибо за то, что вы меня поцеловали. Меня это повеселило. Я люблю жить весело. Не за что, Валя. То есть нет, я имею в виду... Помните, как Аркадий говорит родителю? Я бы не перенес. Это насчет Вольги, Натальи Петровны. Помните? Вольга. Наталья Петровна была крепостной крестьянкой. Вы что, не читали «Месяц в деревне Тургенева»? Жаль, это моя любимая книга, я все время ее перечитываю. Слушай, те, да нет, Валь, давай так, когда мы не на людях, ты для меня Валя, а я для тебя просто Сергей. Мы взрослые люди, друзья, согласны? Нет. Ладно, если вам удобнее, давай останемся на вы, это еще проще. Я не с этим не согласна, с этим я согласна. А с чем не согласна? Самойлова подбирает дверь класса стулом. Я хочу называть тебя не Сергей, а Сережа. Иногда съешь. Сцена 20-я, одиноко. Поэтому не ной. На к тебе вот 50 грамм спирту и иди спать. Ночью подним, если надо будет. Спасибо, Алексей Николаевич. Я все понял. А мне вообще штрафная положена, Николаевич. Это нелогично будет, если я за эту печень не выпью сейчас. Когда я 10 лет назад за вашей спринэктомией предоперационный наблюдал, я с вами спирт, потом не пью, Олег Владимирович. И вам не хватит, Николаевич.
Давайте, доктора, будьте здоровы и внимательны. Сходите, Сергей Геннадьевич, в приемное отделение, позвоните, что-то везу в сопровождение милиции. Если будут трудности, зовите. А вы, Сереге, из-за чувства соперничества не налили, Николаевич? Ну, я это имею в виду анестезистку. Повесить бы вас за язык, Олег Владимирович. Просто молод он еще, рано ему еще с нами спирт пить. Это право заслужить надо. 21-е, сцена, приемное отделение. Что у вас, Марья Васильевна? Для ментов как в жопе огурцов. Идите разбирайтесь. И студента своего Митрофанова заберите, а всю флешь мне проел своими приональными матрацами. Ренатальными матрицами, Марья Васильевна. Вот вы вот, например, очень солнечный человек. Вы, скорее всего, человек вот первой матрицы. А это значит, что из своей жизни в матке вы запомнили момент безбрежного океанического счастья. Поэтому вам всегда хорошо, вы всегда чувствуете себя как дома. Тем, вот, кто запоминает начало схваток, блин, тем, кто... Тем более роды, а гораздо вот хуже приходится. Слушай, ты, пидоровик психиатрического производства, сгинь с глаз моих. Сергей Геннадьевич, а Марья Васильевна меня обижает. А я за двоих работаю. А Валя пропала куда-то. Валентина не здоровится, она говорила мне, пусть отдохнет. Что у нее, ВИЧ? Уже модифицировал? Сцена 22-я, с контрабандой. Врач скорой помощи, два винта, в форме майора, пациент 3. На нем майорский китель, но на одном погоне нет звезды. Ходит Воробьев и Митрофанов. Ну, здравствуйте. Инородное тело, только на этот раз пищевод. А в чем смириться? Это охрана? Это друзья. Никогда я не видел такой беззаветной и преданной мужской дружбы. Ну, что случилось? У него внутри звезда. Уже часа 4. Как вас зовут? Вы можете говорить? Его зовут майор милиции Васил Егорыч Кузьмин. Для нас просто Вася, старый друг. Что вас беспокоит? Мы все втроем армейские офицеры. Вместе прошли такое, ого-го. Вам и не снилось. Одну флягу воды на всех делили по капле. Мне Васька жизнь спас, удержал над обрывом, хотя и сам сорваться мог. Вот эту руку, я говорю, брось, спасайся сам, а он держит. Обосрался от натуги, а не отпустил. Дождись, пожалуйста, в коридоре, а? Мне надо поговорить с пациентом. Ты не стесняйся, док, давай при нас гори. Делай, что должен, и будь, что будет. Тогда дайте ему возможность отвечать на мои вопросы. Помолчите, пожалуйста. На могила. Вы проглотили звезду. Васька последний из нас майора получил. Потому что честный. За словом в карман не лез. Всегда прямо говорил, что накипело. Матюками иной раз так обложишь, что молчишь, как будто воды родниковой выпил. Помолчите, пожалуйста, а? И лучше выйти в коридор, я не могу ни о чем поговорить с пациентом. Да что говорить, отмывали звезду, в стакан с водкой бросили, по кругу выпили. Последний, как положено, Вася. Часа через 3 хватились, нет звезды. Где звезда? А Васька как понял, что звезду сглотнул, так побледнел весь, погрустнел и замолчал. Ни слова не говорит. Не дрейф, брат, и не такое видели. Мы тебя вытащим. Мне необходимо обследовать пациента. Выйдите, пожалуйста. Ты звезду ему по-быстрому достань и все. Он парень крепкий, выдержит. Ничего не известно, надо ли доставать. Я сейчас его обследую, сделаем рентген. Что значит, надо ли доставать? А как, если не доставать? Он что, ее переварит? Если инородное тело опустилось ниже подковы 12-перстной кишки, то пациенту надо оставаться в больнице под наблюдением и надеяться, что оно выйдет естественным путем, не повредив кишечник. Поясни. Если инородное тело, то есть звезда, локализуется в желудке и выше, в пищеводе, то его можно извлечь гастроэфагоскопом. А если ниже, его можно удалить только оперативным путем, если будет перфорация. Естественным путем, это через жопу, что ли? С говном? Если повезет, можно полный покой. Звезду через жопу нельзя. Плохая примета. Получится, просрал удачу. Это будет понятно после рентгена. Нет, док, ты про это забудь. Звезду надо заставать. Нет, через жопу. Все, кто стоит, придерживает забор, представляет ствол к голове Воробьева. Иначе завалю. А я завалю студента. Представляет пистолет к голове Митрофанова. Скажи, Вас, нравится тебе этот док? Если нравится, подними большой палец вверх. Не нравится, опусти вниз. Пациент 3 опускает большой палец вниз. Ведь ты нажимаешь на спусковые крючки. Так мы шутим, док. У нас пистолеты даже не заряжены. Но теперь ты понимаешь, что вместе мы можем многое. Владимир Владимирович, идите, предупредите рентгенолога.
Не, пусть останется. Мы его вместо портрета повесим. Шутим мы так. Тебя правда Владимир Владимирович зовут? Ничего, кроме правды. Поздравляю. С таким именем далеко пойдешь. Чего стоишь? Беги, куда послано. Мы, когда на перевал втроем ползли, многое повидали. Закурим. Звезда опустилась за подкову. Орлов сумел успокоить бешеных ментов. Кажется, он позвонил своему соседу по даче, их непосредственному начальнику. Пациента госпитализировали в палату интенсивной терапии, чтобы сбалансировать показатели на случай операции. А лечащим врачом назначили меня. Нельзя упускать подарки судьбы, говорит Валя. Что ж, этот подарок я не упущу. Инфузионную терапию пациенту назначает Игнатов, значит, Света будет следить за системой. А я тем временем буду следить за состоянием брюшной полости. Мы вдвоем с ней будем следить за одним пациентом. Главное не сморозить глупость, как утром. 18.00. 23-я сцена, приемное отделение. Похолодало к вечеру. Хорошо сейчас, наверное, где-нибудь в лесу на заимке, а? Печка топится, а ты в медвежью шубу кутаешься. Вчера по телевизору было, что у одной семьи волчья шуба в полнолуние оживала и выла. Но то волчья. Медвежья вот никогда не оживают. Да ну тебя! Скажешь глупости, сам смеешься. Я не смеюсь. Ну и дурак. Сами вы дурак, Марья Васильевна, если телевизору верите. А кому верить-то? Интернету вашему, что ли? Интернет этот одна порнография. Руки себе до костей сдрачиваете, вот и весь ваш интернет. Вот как будущий психиатр я могу предположить, что вы однажды вот мужа застукали за просмотром этих порносайтов. Угу. Да он каждый день в них пялится, ржет как мерин. И мне постоянно орет. Приходи, говорит, посмотри, как у людей принято. Все бы ничего, да внуков жалко. Они хоть и маленькие, я все понимаю. Санитар Шлёпин, учебный класс. Я знаю, почему ты не отходишь от пациента со звездой, Серж. В любую минуту можешь препарировать. Поручи наблюдение Митрофанову, чтобы он не дурепал с Марией Васильевной. Если что, он сразу сообщит. Побудь со мной, Серж. Валя, хирургия дам капризной измены прощает. Мне надо быть в постель больного. Тогда я пойду с тобой, Серж. Зачем? Отдыхай. Двойку ты уже исправил. Слушай, я твоя студентка, мне интересен этот клинический случай. Может быть, после дежурства я решу связать свою жизнь с хирургией. Ты не имеешь права мне отказывать, Серж. Сэр 25-й, палата интенсивной терапии. Света измеряет давление пациенту 3, смотрит на экран кардиомонитора, включает частоту дыхания, садится за столик и записывает показатели. Смотрит на часы, набирает лекарство в шприц, протыкает иглой шприц под подключичный катетер, перекрывает систему ввода, содержимое шприца в катетер, открывает систему, входит Воробьев и Самойлова. Как самочувствие? Пациент 3 показывает на Свету и поднимает большой палец вверх. Это будущий врач Валентина Александровна, моя студентка. Она вас сейчас обследует, вы не против? Пациент 3 оценивает Самойлова взглядом, поднимает большой палец вверх. Каковы показатели? Света не отвечает, она занята своими делами. Я спросила, каковы показатели? Света не отвечает. Давление 130 на 70, ЧСС 76, ЧДР 17 минут. Вы почему не разговариваете со мной? Что? Вы кто? Валентина Александровна, моя студентка. Рад за вас. Валентина Александровна, проведите пациенту поверхностную пальпацию живота и расскажите, с какой целью она выполняется. Поверхностная пальпация выполняется с целью выявления признаков мышечной защиты передней брюшной стенки. Вы могли бы соблюдать субординацию, я, между прочим, будущий врач. Отойдите, мне работать надо. Я еще не закончила, надо собрать анамнез. Все, Валентина Александровна, остальное сделаю я, можете идти. Я могу остаться и написать протокол осмотра в истории болезни. Я сам все напишу. Идите в приемное отделение, спасайте Митрофанова с Марьей Васильевной друг от друга. Самойлова сжигает Воробьева взглядом, выходит. Объем инфузионной терапии? 2,5 литра. Диурез? 1,2 литра. Я буду в ординаторской, если что случится, зовите. При любом подозрении, при любом изменении самочувствия. Лучше уж перебздеть, чем не доспать, а? Серьезно? Извините. Серьезно. Извините. Уходит. Пациент 3 смотрит на свет и кивнул в сторону двери, в которую шел Воробьев. Делает руками движение, как будто передергивает затвор пистолета и стреляет ему в спину. Сцена 26, ординаторская. Орлов и Соколов играют в шахматы. Эка вы короля запрятали, Алексей Николаевич, как ретроцикальный забрюшенный аппендикс. Фэнсик вот потуи, пациент миллион патент. А мы к вам конем через люботомию проникнем. Хоть через коникотомию, автогеном, Олег Владимирович. А мы вас вот так за фуникулюс сперматикус ухватим. Я вам, Олег Владимирович, эту пешку
наружное ингвинальное кольцо введу. Fortuna non penis in manus non recipiens. Атаку вашу я лицензирую. Прощайтесь с конем, коллега. Прощусь как с ишемизированной гангренозной конечностью, потому что в ответ я проведу вам ферзектомию. Дальнейшую терапию считаю бессмысленной, пишу посмертный эпикриз. Примите мои поздравления, какой счет? 11-1. В вашу пользу. Но эта партия за мной. Профессор Орлов лезет под стол. Кукареку. Сцена 27, приемное отделение. Идите в смотровую. Еще одного без мозгов привезли. Огнестрельные головы. Нейрохирурга вызывали? Там другие специалисты понадобятся. Ой, студенты ваши уже пошли анамнез у него собирать. Валя, правда, нервная какая-то. Не знаете от чего? Я подбодрила ее материнским матом. Успокоилась вроде, покращал. Сцена 27, смотровая. Прикрытая перфорация. Я резать не дам, у меня язва. Дядька до 100 лет с язвой прожил, и я проживу. Дома была кинжальная боль, холодный пот, все как положено. Пока везли, боль утихла. Прикрылась, наверное, садником. Зачистили что-то? Офтальмологом только что транспортировали мужика. Он полую ножку от табуретки себе в глазницу вбил и смотрит через нее, как в подзорную трубу. Зрительный нерв не задет. А вам мы привезли образец сумасшедшей братской и сестринской любви. До свидания. Я резать не дам. Но мы объяснили пациенту необходимость операции. Если диагноз подтвердится, а он ни в какую. Дядька жил, и я буду. Про перитонит рассказывали, про медленно мучительную смерть, про адскую боль и жажду, про изнуряющую рвоту, про кровавые поносы, про гниющие пролежни на спине, про запах гноя. А он не понимает. Я домой хочу, к сестре. Вы на учете у психиатра, не состоите? Конечно, состою, всю жизнь. Мы госпитализировали пациента в палату хирургического отделения, провели ему гастроскопию, обзорную рентгенографию брюшной полости, выявили свободный газ под куполом диафрагмы, перитонит. Абсолютное показание к операции. Пациент отказывается категорически, пишет расписку, садится в угол и плачет. Психиатр может признать пациента невменяемым, и тогда мы имеем право оперировать без его согласия. Но! В истории болезни должно быть письменное согласие ближайшего родственника. Выясняется, что дежурный психиатр на сложном алкогольном делирии к нам приехать не может. В такой ситуации невменяемость имеет право констатировать консилиум трех врачей любой специальности. Орлов, Соколов и я делаем соответствующую запись в истории болезни. Теперь дело за родственником. У него есть только сестра. Студенты остаются с пациентом, а я на дежурном больничном водителе еду к сестре. Сцена 29. Квартира сестры. Воробьев на лестничной площадке перед дверью. Звони. Кто там? Я хирург. К нам в больницу поступил ваш брат. Ему необходима срочная операция. Откройте, пожалуйста, дверь. Документы покажите. У хирургов не бывает удостоверений. Мы не милиция. Без документов не откроем. Хорошо, я скажу отсюда. Для проведения операции нам необходимо ваше письменное согласие в истории болезни. Потому что консилиум врачей признал вашего брата недееспособным принять решение о своем здоровье. Олег Павлович что сказал? Кто такой Олег Павлович? Психиатр наш. Мы у него с братом на учете состоим всю жизнь и только ему верим. У вас есть его телефон? А мы ему никогда не звоним, он сам нас вызывает повесткой. Покажите, пожалуйста, повестку. Сестра приоткрывает дверь, застегнутую на цепочку. Вот они все тут. Мы регулярно отмечаемся. Я таблетки пью, а брат не пьет, у него язва. От таблеток живот болит. Без таблеток крыша едет. Так и живем. Отца и мать схоронили. Они тоже под Олег Павловичем ходили. Хороший человек. Мы ему по очереди с братом массаж яиц делаем, а он таблетки нам дает. Да, и родителям давал. Жаль, детей у нас нет. Олег Павлович не велит. Говорит, что брату с сестрой детей нельзя иметь, иначе мир деградирует. По штампу на повестке я быстро навел справки и созвонил с психиатром Олегом Павловичем. П.О.П. Она говорила, что делает мне массаж яиц? Да, что они вдвоем, родители тоже. Значит, она не пьет таблетки, у нее обострение. Шубообразное шизофрения. Берите сестру с собой. Я сегодня не дежурю, но как лечащий врач приеду. Поговорю с ней. Если неконтактно, сделаю запись недееспособности их обоих. Тогда вы сможете оперировать его принудительно. Сестра охотно поехала повидаться с братом. Сцена 30-я, палата хирургического отделения. Ну, уже битый час вам объясняю, что без операции вот никак не обойтись. Таблетку выпью, резать не дам, дядька жив. А хотите, мы вам споем? Мы с Валентиной Александровной вместе в институтском хоре вокалом занимаемся.
пока вас будут оперировать, мы будем петь любые песни, вот какие только пожелаете. Хотите? Ну, будет совсем не больно. Черные глаза можно? Даже белые розы. Все равно не дам. Я домой хочу, к сестре в кровать. А хотите, Валентина Александровна будет вашей сестрой? Вы вместе ляжете на операционный стол, и она будет все время рядом, во время операции. Как сестра. У вас есть брат? Я сводный брат, Валентина Александровна. У нас отцы только разные, а мама общая. Вы часто лежите вместе в кровати? Постоянно. Покажите, как. Зачем? Я должен понять. Что? Да какая разница что? Давайте покажем, сестра. И дело с концом. В палату ходит Воробьев, сестра и Сопы. Сестра! Олег Павлович! Вот радость! Проходите скорее, снимайте брюки, будем массаж делать. Массаж потом. Сейчас слушайте внимательно. Вас надо оперировать. Обязательно. Иначе мир деградирует. Пусть они тогда вместе полежат. Мне понять надо, сумеет она или нет. После этого я приму окончательное решение. Давай лучше массаж Олегу Павловичу сделаем. Да. Они оба невменяемы. Если аминозин и ей, аминозин и психобригады. Ему кетамин в мышцу. Подождать 5 минут и на стол. Мы можем показать, смотрите. Берет Самойлову на руки, укладывает на койку, сам ложится рядом. Что вы делаете? Целуйтесь. Митрофанов целует Самойлову. Прекратите. Я согласен. Она будет моей сестрой на столе. Она справится, можете резать. Сестра кричит. Не давайся им, брат, убьют. Будьте вы прокляты. Плюет на пол боя, выбегает из палаты. Не дамся, сестра! Хватает стул, ломает его об голову кулакой, выбегает из комнаты. По всей больнице мы их ловили, поймали. Ее отправили в психиатрию, а его на стол. И тут случилось чудо. Орлов доверил операцию мне. Корпоративная язва, это вам не кухры-мухры, это верхняя середина лоботомии с обходом пупка слева. И это моя первая перфоративка. До этого только аппендэктомия. Я оперировал спокойно и уверенно. Митрофанов держал мне крючки, а прекрасная безмолвная Оля Калашникова подавала инструменты. Я был на 100% погружен в операцию, но краем глаза успел заметить, что Света поглядывает в мою сторону. И когда это стало абсолютно очевидно, словно шаровая молния взорвалась в голове под музыку Джима Моррисона, кто-то мне говорил, что она тоже любит дождь. Может быть, попытаться поговорить с ней об этом, может быть, это будет лучше, чем пытаться шутить. Другим краем глаза я заметил, что Валя тоже присутствовала в операционной. И не просто присутствовала, она не отрывала глаз от державшего крючки Митрофанова. Перфорацию я ушил двухрядным швом, перетонизировал прядью сальника. Для операции Обеля Поликарпова показаний не было. Санэ-31 приемное отделение. Вот не думал, что он твой кумир. Ты не производишь такого впечатления. Он удивительный, сильный и нежный. И давно ты в него влюблена? Как только почувствовала его язык. Да, язык у него что надо. Такой подробный, сладкий, точный. И многие восторгались. А как он умеет любить? Тебе его любовь не кажется патологией? Они жили втроем, с Полиной и ее мужем. Настоящая любовь всегда патология. Помнишь, как Ракитин полюбил Наталью Петровну? Как брат сестру. И, кстати, извини за поцелуй. Совсем уже стыд потеряли. Разве тут развели тут промискуитет? Почувствовала язык, что надо, жили втроем. О, срамота! Мы, Марья Васильевна, вообще-то про Тургенева беседуем. Да, вам Фриеда почитать надо для общего развития. После операции пациента перевели в палату интенсивной терапии. У меня появился дополнительный повод приходить и общаться со Светой. Правда, никуда за пределы деловых разговоров мы с ней не выходили, потому что мне не удавалось придумать, как от объема диурезы и показателей сердечной деятельности перейти к творчеству Джима Моррисона. Да и пациент со звездой в кишечнике мешал, косясь в мою сторону пронзительным ментовским взглядом. Потом внезапно подмигнул Свете и показал мне поднятый вверх палец, только небольшой, а мизинец. Света в этот момент спрятала улыбку, а я покраснел, как аллергик, и пулей выскочил из палаты, сославшись на неотложные дела. Что он мог означать, этот чертов мизинец, от чего Света улыбалась? Самые неприятные предположения гнездились в моей голове. С ужасом, в ужасном настроении я отправился спать. В случае необходимости меня разбудит Марья Васильевна, а мне уже предстоит решать, кого из старших товарищей привлекать в зависимости от сложности привезенного случая. Так у нас больница заведена, только я прикорнул, нарисовался Игнат. Серега, тут такое дело, у артиста этого с разрывом печени общая кровопотеря, литр 3.
Гемодинамика нестабильная. Если гемотрансфузию не сделать, помрет к утру. Группа крови 4+. На станции крови, на станции такой крови нет. Я им уже 100 звонил. В больницу всех спросил, ты последний. Какая у тебя группа крови? 4+. Я понимаю, что это бред, и если врачи начнут всем пациентам кровь отдавать, то у них у самих скоро ничего не останется, но других шансов у него нет. Прямые переливания закона запрещены. Вам же потом по шапке так дадут, что мама не горюй, а садонист помрет. Даже если выживет, все равно дадут. Тебе премию не выпишут. Ему 22 года, как тебе. Сколько возьмется? 500 тебе еще дежурить. Положа руку на сердце, я согласился не столько из человеколюбия, сколько из того, что представил, каким героем буду выглядеть в глазах, ну, вы понимаете, кого. Короче, выкачали из меня пол-литра, напоили глюкозой с коньяком и отправили спать. В 2 часа ночи затрезвонил местный телефон, в срочном порядке вызвали в приемное отделение. 2 часа ночи. Сцена 33, приемное отделение. Орлову звонили, везут нож в сердце. Он мне велел вас разбудить. А сам он где? Не я же буду оперировать. Орлов сказал, чтобы вы делали все же как положено, а он подойдет в операционную. Странно как-то. А студенты где? Ну зачем спрашиваете? Свечку, что ли, хотите подержать? В этот момент подъехала скорая помощь. Пациента с торчащим из груди ножом сразу понесли в операционную. Откинувшийся зэк, давление по нулям, история жуткая даже для полнолуния. Я вашему профессору по телефону рассказывал, мне многое повидать доводилось. Но такого, будь я Гиппократом, переписал бы клятву к чертям. Прощайте. Уверен, что им до свидания? Мне все равно, я увольняюсь. О! И ухожу из медицины. Сцена 34, операционная. Остановка сердца. Где Орлов? Делай торакотомию. У тебя 3 минуты, чтобы сердце запустить. Вводи миорелаксанты, интубируем. На глаза влажные тампоны. Легкость в теле я ощущал тогда необыкновенно. Пол-литровые кровопотери без последствий не проходят. И срать захотелось страшно. Вспомнилось почему-то последнее танго в Париже, когда Брандо умирал прямо на камеру глазами. Как-то он так ими дернул, что я сразу понял, обосрался и умер. Люди, кстати, часто обсираются перед смертью. Следом сразу вспомнился апокалипсис сегодня, наверное, потому что там тоже Брандо снимал. Ну и, конечно, вместе с апокалипсисом в голове мгновенно заиграли Дорс и зазвучал голос Моррисона. Я не знаю, как объяснить все то, что произошло вслед за этим. Скорее всего, я исчез. На мое место пришел старина Джим, который, как оказалось, вполне владеет техникой операции. При этом он, конечно же, пел, а Оля Калашникова, как всегда, не издавая ни звука, подавала ему инструменты. Скальпель! Видишь, какой татуированный. Ну, прости меня, Богородица, но глаза твои как раз в пятом межребере, разрез пройдет аккурат по зрачкам. Ах, рано-расширитель, как ребра противно трещат, а? Удаляю нож, отсос, салфетку, ножницы, вскрываю перекат. Шить кетку! Еще шить кетку! Начинаю прямой массаж. Ну, давай, работай, не работает! Давай, дефибриллятор. Завожу ложку под сердце, внимание, разряд не работает, внимание, разряд, еще разряд! Работает. Сердечная деятельность установлена. Еще миорелаксанты. Ну, Владимир Васильевич. Света, выполняй, не рассуждай. Так, и швов подкравливаешь давление, то ли. Что, давление, что ли, так быстро поднялось, а? Спокойно работаю, у меня все под контролем. Так и швов-то кровить вообще работай, не должен. Работай, говорю. Дальше оперировал я сам. Джим Моррисон вернулся в свои поднебесные прерии. Я выстрелил окно в перикарде, дренировал плевральную полость, ушил торакотомную рану. Пациент остался жив. Сцена 35, ординаторская. Свое первое сердце я ушел старику 82 лет. Он бабку схоронил, выпил как следует, приладил нож к косяку и прыгнул на него. После операции от наркоза отошел, я в палату к нему захожу. Он: ах ты, мать-перемать, щенок сопливый! Тебя что, не учили старших уважать? Я бы уже с Машей своей на облаках чаи гонял, а ты теперь по твоей милости валяюсь тут. Чтоб ты, говорит, сдох! И когда выписывался, даже не попрощался. Завидую, я ни разу сердце не ушивал. На моей памяти никто успешно не делал такую операцию на первом году работы. Поздравляю, Сергей Геннадьевич. Спасибо, Алексей Николаевич. А чем помогать ему, кто пришел? Мы уверены были, что вы сами справитесь. За это и выпьем. Наливайте всем скидку. Поздравляю с боевым крещением. Нам хватит, а вам еще одну и спать. Наливайте Воробьеву, звонит местный телефон, Голубев снимает трубку. Понял, бегу.
У разрыва печени остановка сердца. Петя Сергей Геннадьевич, идите спать. До встречи в утренней пятиминутке. Сцена 36, палата интенсивной терапии. Кровать пациента, прооперированного по поводу разрыва печени, обгорожена ширмой. Игнатов и Света проводят реанимационные мероприятия. Голуби стоят рядом. Разряд. Адреналин. Есть адреналин. Разряд. Еще разряд. Господи, мать твою, да святи цель, твое да приди царствие твое, сделай что-нибудь. Разряд. Максимум. Фиксируй время смерти. Отключай вентиляцию легких. Господи, ты же родился сегодня, ты же можешь. 4:15. Игнатов и Света выходят из-за ширмы, садятся писать документацию. Голубев остается за ширмой. Опиши гемотрансфузию и реанимационное мероприятие. Владимир Васильевич, у меня в холодильнике глюкоза со спиртом. Вам успокоиться. Зачем тебе это, Господи? Сделай, чтобы он жил. Коля, пиши эпикриз. Голубев выходит из-за ширмы, садится писать посмертный эпикриз. Сцена 37, Брюк. Окосел я тогда основательно. Добавил еще немного алкоголя в тело из личной своей заначки и вышел на улицу. Там у нас под окнами приемного отделения располагалась курилка. Смотрю, Света стоит, курит, а чуть поодаль Митрофанов с Валентиной их одной сигареткой дымят. Сергей Геннадьевич, вы только брейк-контрол поете? Елизавета Богдановна от безысходности за подлеца Шпигельского замуж пошла. Кто ее возьмет такую некрасивую, кроме этого доктора-неудачника? А Верочка забыжи. This local love spree. She has a house and garden. I would like to see what happens. La 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 la. А Верочка за Большинцова замуж вышла, чтобы отомстить Беляеву или по любви. Большинцов – самый неудачный персонаж. Плохо написан, карикатурно. А вот Тургенев – непростой автор. Но, положа руку на сердце, вся чеховская драматургия вышла из его «Месяца в деревне». Спокойной ночи, Сергей Геннадьевич. Сегодня вы открылись мне совершенно по-новому. Света, не уходите. Мне надо кое-что вам сказать. Обязательно. Все случится своевременно, но несколько позже. А сейчас нам всем пора отдохнуть. Спокойной ночи. Уходим. Воробьев один танцует и болит. Воробьев замечает, что из окна приемного отделения на него смотрит Марья Васильевна и крутит пальцем у виска. Он шлет ей воздушный поцелуй. Из больницы в курилку выходит Голубев. Он пьян, на глазах у него слезы. Серега! Он воскрес. Родился Николай Евгеньевич. Воскрес на пас. Артист, говорю, воскрес. Я уже эпикриз сел писать. Игнатов уже спирта с глюкозой выпил. Света уже лист назначений закрыла. Я сижу и говорю такое не про себя. Вслух говорю, ах ты, говорю, сука. Ну если ты есть, дай, говорю, парню жить. Сроду в тебя не верил, а тут... Поверю, говорю, если жизнь ему сохранишь, мать твою, Иисус Христос, прикинь, сижу и такую вот ахинею несу. Игнатов мне даже реланиума хотел поставить, а тут ты не поверишь. Пик-пик-пик из-за ширмы, пик-пик, кардиограф заработал, сердце забилось, прикинь, пик-пик. А еще сколько времени прошло? 5 минут, не меньше. Пик-пик. Так мозг, наверное, уже того не становится. А это уже Серега не мои проблемы, это теперь его проблемы, того, кто родился сегодня. Если он его живым оставил, пусть у него дальше о нем голова болит. Сука, я так люблю тебя, Серега, я всех вокруг люблю. Я теперь всегда всех любить буду. 8:10, сцена 38. В начало 5-минутки я успешно проспал. Снился мне, разумеется, Света. Мы с ней купались в огромном бассейне в полном крови. Вдруг она оторвала мой член, вонзила себе в сердце. Я сразу же выдернул его из груди, выполнил им же левостороннюю торакотомию и начал делать прямой массаж сердца. Странным образом, при каждом сжатии миокарда, Света стонала и вздрагивала, а когда сердце наконец заработало и ее тело выгнало с судороги оргазма, я проснулся с жуткой эрекцией и ощущением произошедшей катастрофы. Когда я зашел в аудиторию, где кроме дежурной бригады находились все врачи отделения, Алексей Николаевич Орлов почти закончил доклад о прошедшем дежурстве.
был доставлен пациент К. Он изнасиловал 13-летнюю девочку, зарубив перед этим топором ее мать. Девочка уже после всего нанесла ему ножевое ранение сердца и сама вызвала скорую помощь. Сергей Геннадьевич успешно выполнил ушивание проникающего ранения левого желудочка. Теперь пациент находится в отделении интенсивной терапии. Жизни его ничего не угрожает. После пятиминутки меня вырвало. Возможно, из-за вчерашнего спирта. Тем не менее, Орлов налил мне еще полстакана и велел немедленно идти домой отсыпаться. Я выпил и пошел. На полдороги к выходу я встретил Игнатова. Ты, Серега, это знать должен. Понять не прошу, молодой еще, детей у тебя нет, а у меня дочь. Я этому подонку наркоза-то не давал, ни анальгетиков, ни гипнотиков. Мне релаксантами загрузил и все. Поэтому и тампоны на глаза положил, и швов поэтому кровило. Ты его по-живому резал. Он даже не спал, я думал, сдохнет от болевого шока. Тебе и не помогал никто, потому что все надеялись, что не справишься. А ты, гляди-ка, легкая рука, хорошим хирургом будешь. У самого выхода из больницы меня поймала Света. Сергей Геннадьевич, я сказать хотела насчет этого пациента со звездой. Я видела, что вы смутились, когда он вам мизинец показал. Я тогда сразу не догадалась, от чего, а потом поняла. Вы не подумайте. Просто он надоел мне, все время пальцем большим тряс и затвор передергивал. Но я и посоветовала ему расширить немного язык жестов. Поэтому, когда он мизинец поднял, я подумала, вот дебил, ничего мне придумать не мог. От этого и улыбалась. Так что, если вы подумали, что я улыбалась насчет того случая, когда вас Орлов оперировал, то знаете, нет, я совсем так не думаю. Ну, про мизинец. Какой уж там мизинец. Света, я вас люблю. А звезда у него естественным путем вышла. Вы не беспокойтесь. До свидания. This is the end. My only friend, the end. Насчет того, что вы только что сказали, поговорим завтра после работы. В ресторане, когда вы меня пригласите. Я вышел из больницы, стояло рождественское утро. По улице героически брел пьяный мужик, видимо, в надежде не уснуть в сугробе и добраться до дома. Небо было безобразно голубым и пронзительное, низкое солнце то и сила лупило в глаза. Прошедшая ночь казалась эфемерной, а наступающий день призрачным. По-настоящему реальным было только одно, единственное мгновение, которое все время утекало, как песок сквозь пальцы Тургеневской Натальи Петровны. «Для чего ты подумала?» А Брюсе Уиллисе из фильма «Армагеддон». И в глазах заребило от власти.